Ну что, народ, всем привет! Сегодня постримим Краша. То ли этого уже не было. Так что давай заново начнем. В первой части. Это Краш! Загрузка русская. На доктор Кортекс. Посмотрим мультик. Мы не выяснили причину сбоя при тесте. Идиот! Этот бандикут будет моим генералом. И он поведет моих Кортекс-воинов, чтобы захватить мир. В этот раз триумф будет мой. Зе Винсин. Здравствуйте. Здорово, Макс. Как ты дела, Каша? Мы ближе, чем когда-либо. Скорее, в Вортекс. Но, доктор Кортекс, Вортекс еще не готов. Мы не знаем, что произойдет. Зе Винсин. Ой, лучше не спрашивай. Ну, что такое случилось? Его. Приготовьте девушку бандику. Да, Леха нас смотрит, но он без звука. В автобусе. Всем прив. Мистер Твиста. Приветик. Здорово, Лёха, у тебя как дела? Дим4ЕКЗвёздочка. Здрасте. Здорово, Димчик. И у тебя как дела? Зе Винсин. Хуёво всю ночь бухал и ещё не спал, пиздец у меня вертолёты. А, ну да, у меня сегодня то же самое. Мистер Твиста. Нормально ты как? Ну, правда, ночью не бухал. Дим4ЕКЗвёздочка. Нихуя себе зонт стримит. Ну, я давно обещал, что, блядь, стрим... блядь, Краша постримит. Игра громко, сейчас дело потише. Альберт Яхин. Привет, зонтик. Привет, Альберт, как дела? Альберт Яхин, как у тебя дело? Да, потихоньку. Зонты GC и Чарп. Макс, с похмельем тебя. Дим4ЕКЗвёздочка. А что это за игра? Crash Bandicoot. Альберт Яхин, дело нормально. Ну, это хорошо. Игра — это Crash Bandicoot. Зонты GC и Чарп. Макс, с похмельем тебя. Ну, Лёхе, видимо, тоже плохо повторяется. Бежим, бежим, бежим. Альберт Яхин. А зонтик, а еще такая игра Crash Bash. Да, есть Crash Bash. Но на копы я пока еще не сделаю. Альберт Яхин. Прикольная игра. Бля. Зе Винсин. Ой, в пизду, это похмелье девушеки еще в писку устроили. А, ну это нормально. А, вот я ящик постоянно проебывал. А
А вот сейчас будет смешно. То, что я помню, что там справа, и пиздец. Буду прыгать, как ебанутый. Блять, один пропустил. Сука. Вот ненавижу, когда одного есть. А, нет, даже два где-то пропустил. Завин сим. Сука, как же плохо, не пейте, люди лучше. Макс, я себе тоже постоянно так говорю. Зонта Джи Сиэй Чаркп. Не пьем. Ну да. Вся игра нормальная, не громко. И не тихо. Ну, я имею в виду, как нормально меня слышно игру. The Win Sim. Меня всего трясет. Ага, меня сегодня с утра тоже пиздец как колбасило. Колеса джунглей. Ё-моё. Прям игра для наркомана. Нахуй я это сделал, кто мне скажет? Теперь как мудаку самому прыгать. Зонта Джи Сиэй Чарк. Стрим норм. С картой захвата. Зонта Джи Сиэй Чарк. Стрим норм. С картой захвата. Да, Лёха, ты чё? Почём колёса-то? А вот хрену узнает. Белочку убили. И нахуй отсюда. Ой, бля, цветочек. Полтоядный цветочек. Зонта Джи Сиэй Чарк. Макс, если трясет, выход один. Грамм 150 надо пропустить в себя. Да, Макс, тут Леха прав. По-любому не отпустит по-другому. А то отлеживаться реально заебешься. Блять, вот как так? Завин сим. И сразу в туалет уйти. Ну, это я уже не знаю. Сучка! А не белка. Не, нормально, белки бандикуты жрут, охуеть. Зонта Джи Сиэй Чарк. Надо перетерпеть. Мин через 10, после 3 рёмок подряд, легкает сразу. The Win Sim. Что-то подфризевает как-то. А, ну это бывает. Сейчас отпустим. Должно, по крайней мере. Зонта Джи Сиэй Чарк. Надо винду переставить, нам лень. Ага. Охуеть, где я 3 ящика пропустил?
Так, и как уж великие врата. Ой, бля, это вверх подниматься, сейчас это будет весело. Я раз пять помру точно. Блин, почему-то налево мне хреново работает. Что-то непонятное у меня состояние боли и еще возбужденный. Ха, или все сразу. Зонта Джисси и Чарк. Надо похмелиться просто. Яблочки, яблочки. Мартышка. Плохая мартышка. Нет, цветочек плохой. А, вот этого пидораса ненавижу. Блять, вот как я в такую маленькую дырочку так упал. Так, первая пошла. Давай, удачи. Сейчас я уровень сыграю, тоже за твое здоровье выпью. И за свое тоже. Так, да, сейчас, народ, уровень пройдем, и будет небольшой перекурчик. А то на джойстик нажимать и это... И курить неудобно. И нахуй отсюда! Зонта Джисси и HR. Еще две. Я верю. Ты сможешь. О, видите, раз пять я сказал поддох, но уже второй. Блять, я мудак! Ой, яблочки выкинул, вот я дебил. The Vinci. Аня не пошла. Ну, первый бывает, не идет, потом легче будет. Бонус, бонус, бонус. Вот я долбоёб! Всё, давайте ёбнем перекурчик. Макс, давай твоё здоровье. ZONTKZ. Перекур. Это я для Лёхи написал, а то без звука. Зонта Джисси и Чарк. Похмелье штука плохая. Это точно. Я сегодня думал, вообще не встану.
Извиняюсь за кашель. Зевин Сим. Какая вероятность, что девушка в первый раз забеременеет, а то у меня гондон порвался? 50 на 50, Макс. Зевин Сим. Сука. В смысле, она тебе сказала, что беременна, что ли, для чего? Шапка. Ой, кусь-кусе. Шубка, привет. Зонка, как дела? Как настроение? Зависит от многих факторов. Сейчас небольшой перекур и продолжим. Ну, я здесь, если что. Просто курить и на джойстик нажимать неудобно. Зонта GCHR, кусь, шубука. Зевин Сим. Не сегодня ночу на вписке я вписывал, и у меня гондон порвался. Не, Макс. Шапка. ВСО хорошо, еду на корвете. Понятно, что. Не, Макс, тут пока можешь не переживать, пока она точно не скажет тебе, что забеременела. Потому что я вообще ненавижу гондонами ебаться. Ну ничего, пока вроде. Зонта GCHR. Бывает такое, Макс. Иват. Да, разговорчики. Здорово, Иват, как дела? Зонта GCHR, я приехал. Зайду на стрим от мамы уже. Зонт на связи. Шапка. Гондон. Порвался. Ну, бывает такое. Зевин Сим. Ага. Зио НТКЗ. Окей, Лех. Иват. Уга. Кто-то папом станет. Не факт. Шапка. А кого ибо хотя? Что я говорю, вон. Зевин Сим. Не каркай. Во-во. Что я говорю, я вон, я без гондонов и ничего. Пока папы. Не, ну, может разок и стал, может два разка. Об этом никто не говорит. Но на текущий момент вроде нет. Все, продолжаем, я покурил. Бля, сейчас от камня съебутся. Здорово, я только что хотел выложить видео, но его заблокали, песня оказалась сап. А, ну да, бывает. Зевин Сим. У меня любимая девушка есть, лучше не надо. Ха-ха, понятно. Иват, а ты еще изменяешь?
Ну, кто не без греха? Шапка. А есть нелюбимые? Блять, вот кого принесло? Зевин Сим. И вот как ты догадался. И вот, там кому-то звонят. Мне звонят. Вообще не вовремя. Потом перезвонят. Зевин Сим. Есть нелюбимая на разок просто. Ну, блин, это понятно. Ну, если вот нелюбимый залетит, вот это косяк. Гандон порвался, а у тебя девушка есть. Реально, вот если залетит нелюбимый, вот это косяк. Здорово, ребят. Здорово, Влад, как дела? Как настроение? Иват, как не догадаться, что ты изменяешь? Влад Ос, отлично дело. Зевин Сим. Это хорошо, Влад. Вот-вот. Влад Ос, только покушал. После приятного. Иват, Владос, привет. Шапка, а я изменяю своему мерсу на К. Шапка. Корвет круче. На корвет еду. Шапка. Корвете. Влад Ос. Иват Прив. Шапка. Куся Владос. Влад Ос, шапка кусь. Сейчас, народ, секунду. Шапка. На поворот корвет хуйня полная. Корвет на поворотах, я не спорю, во всех играх хуйня, зато он мощный, я ебал. Влад Ос, шапка согласен. Шапка на повороте. Иват, ладно, я пойду в GTA 5 поиграю. Мафию 5 раз прошел, что делать еще в GTA играть? Давай, удачи. Шапка. Тебе поиграть. Нет, в смысле, это драгкар. GTA Мерс просто не заносится. В этом смысле, да, конечно. Хотя на драге, по-моему, блин, как раз на корвете самое оно. Блять, вот как я так упал. Зевин Сим. Сука, зря я выбил. Почему? Вылезла обратно, что ли? Блять, вот. Шапка,
Если ты в драге на нем едешь, то норм. В кольцевых это пизда. А, ну в этом смысле да. Я застряла XD. Бывает. А мы плывем. Это спинтайрес или что? А это прям Зависим. Похоже на спинтайрес. Сижу вот в туалете, все лезет, желочью трясет. А, нет, Макс, ну это нормально. Ну лучше въебать рюмки три. Шубка это Crash Bandicoot. Шапка. Да сука, я опять застрял. Завин сим. Больше не буду. Не, Макс, у меня такое же было. Тоже все думал, блядь, ну нахуй пить не буду. Но у меня колбасило, трындец, друзья заставят Шапка. Выпить. Я про FH4. А, бывает. Вот. Заставили выпить. Так же, блядь, но... Да, так же выблевало. Ой, блядь, отвлекся. Все, народ, секунду, босс эту ёбану. Блять, или у меня ёбану. Шапка, а откуда ремастер Краша взяли? В смысле, имеешь в виду, откуда я его скачал, а я уже не помню. А так, с первой PlayStation, естественно. Да как он меня даже не ёбнул? Шапка. Дыф. Ой. Откуда скачал, я уже не помню. Я год два назад, наверное, скачал. Ну, если надо будет, я ссылку найду в кину. Дискорд только напиши. Бля, я опять застрял. Пиздец, тебя разводило, как из Нижнего Тагила. Рад перекурчик. Шапка. Нет, этот драк на каждой щели застревает. Пару минут. Ну, в смысле, перекурчик. Ну, я тут, так что общаемся. Шапка. Да, я выбрался. Поздравляю. Народ, спасибо за лайки.
Эхиси камни, блять, опять от валуна бежать, как я это ненавижу. The Win Sim. Я еще ни Зоя не спал уже 29 часов. Ну, знаешь, когда Шапка. Бухаешь, это нормально. Бля, я между двух поездов в вертикальном положении застрял, Хади. Шубка, это вот мы с Максом бухаем или ты бухаешь? Вот как так застрять-то можно? Шапка. Я собирал фигню какую-то. Раз это фигня, нафиг ты ее собирал? Поехали. А, не, это не бежать. Слава богу. The Win Sim. А самое интересное, у меня было 1020 рублей, ни копейки не потратил. А, это было вообще хорошо. Ты знаешь, вспомнился случай. Давно, ну как давно, лет 5, наверное, назад. Пошли с Лехой к подруге. Зонта GCA Shark. Кусь. Я у мамы. Зонта GCA Shark. Со звуком. Ага. Тетя Ир, здравствуйте, выздоравливайте. Сейчас, народ, я еще просто курю. Сейчас прошу. А, так вот, Макс, вспомнился случай. Не помню, сколько лет назад, примерно 5. Пошли с Лехой к подруге. Там ей надо было компьютер настроить. Ну, естественно, выпили. Леха уснул. Меня вам послали в магазин. Ну и еще взять выпить. Ну в итоге. Ой, бля, что я сейчас делал? В итоге я потерялся. Ну как потерялся? Потом уже воспоминания со слов, кто меня нашел. Друг работал на тот момент ППСником. Говорят, точнее, он звонит Лехе и говорит: блин, тут зонт, короче, нажрался туда-сюда. Приходи, забирай. Вот, так в итоге. Было 2 бутылки пива. Откуда, я не помню. Вот. И ни копейки тоже не потратил.
Блин, жизни взял. Ёб твою мать. Хотя б... Всё заберём. Блин, вот где я одну хуйню пробую? Зевинсим. Брррр, холодно. Ну это не холодно, это тебя знобит просто. Зонта GCHR. Чак тупит. Я когда писал, он сразу что-то писал. Зевин Сим. Аж трясет. Не, Макс, я тебе говорю, лучше рюмки три выпей. Даже если вывернет, а если вывернет, то еще рюмки три накати. А то-то будет и трясти, и тому подобное. Не, конечно, можешь отлежаться, но, блин, отлежка тут не поможет. Это пару дней как минимум. Это весело. Уи! Бедный свинка. Пипец, как буфой катаюсь. Зевин Сим. Да бли, завтра на работу еще надо точно выпить, а то. Ну вот да, я про что и говорю. Тем более на работу, а то ты это... Совсем охуел. Да ёб твою за ногу. Блядский индейец. Зонте GCHR, надо похмелиться. Макс. Да-да-да, я про что и говорю. Завинсим. Одел выпил, теперь боюсь. Ой, сейчас я не понял, что бот прочитал, я просто сейчас не могу посмотреть. Сейчас. Ай, блядь! Уже могу. Не, ну... Знаешь, у меня было такое состояние, когда это пипец был. Я говорю, он Лёха с другом меня заставили, и на самом деле полегчало. А тем более, если на работу. Если другое дело не на работу, тогда да, еще можно там отлежаться туда-сюда. Шапка. Террорист грёбаный. Твою мать! Террорист. Ой, сейчас опять вверх прыгать.
Ой. Блин, да что же я долбоёб-то такой? Сейчас совсем сдох, а не компьютер. Народ, напишите кто-нибудь. Ах ты, пидора. The Винсин. Ой, я два лучше пошла, аж хорошо что-то. Зонта GCA Чарк. Что написать? Шапка. Куси. Да ё-моё, я одного хлыба повозил. Ебическая сила, однако здравствуйте. Егор, здорово, как у тебя дела? Зонта GCA Чарк. Куть, степ. Фу, блядь. Остались рожки да ножки, как говорится. Пидорас. Стек, нормас, завтракаю типа. Чахек. А, приятного аппетита. Нихуя себе у тебя завтрак. Шапка, можно после окончания твоего стрима я начну свой стрим? А что ты у меня спрашиваешь, я тебе что, запрещать что ли буду? Шапка. Хорошего кушания. Не бомж, а хрень какая-то. Зонта GCA Чарк. Проспект АПП. Нужна шубука. Шапка. Зрители не мажа. Стек. Спасибо. Ну... Насчет зрителей, ну бывает. Ой, сейчас я как пизда. Вот. Твою мать, опять я дебил. Ой, вот это ненавижу. Я помню эту хрень. Перепрыгнул. Сука! The Винсим, дайте мне шубу. Не, смотри, о, блядь.
тепло оденешься, тебя все равно колотить будет. Я замерз. Стэк. Бот сам себя унижает. Да я говорю, ебанутый был. Шапка, чего вы ко мне так пристали? Не знаю, не знаю. Ебать то лючу. Пиздых. Зевин Сим, ты о чем шутка? Зонта Джисси и Чарк. Я вообще занят, не пристаю ни к кому. Вверх по ручью. Понятно. Зевин Сим. Я о своем тут говорю, я болею, мне заладно много алкоголя. Ну да. Ой, чуть не упал. Ебанутый мартышка. Че-то я матерюсь, по-моему, в танках даже меньше. Зонта GCHR, макс, не более 200 грамм. Ну да, а то завтра будут последствия еще хуже. Лошара, не рыба. Я бы... А, там, бля, я рыбу не заметил. Ебал, что ли? Стоять! Бля. Стэк. Шата лагает иногда. Да, Егор, надо винду переставить, да так лениво, пипец. Зонта GCHR, зонт, готовься ржать. У меня крестная ферма строит. Купила несколько гектар земли. Будет курей разводить. Ужас какой!
Ой, меня рыбка хоть не съела. Сейчас, наверное, турнир не пройдет, будет перекурчик. Ну, в смысле, я буду здесь, но это... Вау! Косяк. Не, дубль два. Тут хоть жизнь не тратится. Блин, там еще хуже. Раз, два, три, четыре, пять. Ох. Охренеть, как я это сделал. Ну где я два ящика опять провафлил? Так, ладно, расставлю. Вроде пять человек смотрят, все молчат. Зевин Сим, у меня балакалка не работает. Вот бывает, Макс. Закашляюсь, извиняюсь. Чё-то я дым не в то горло пошёл. Ой, ещё припизнутая собака будет. Кстати, дым у нас припизнутая собака. Спит. Зонта G CHR. Кто не работает? Писать лениво. Хотя с похмелья я тоже по кнопкам еле попадаю. Стек, шип-чат, наверное. Вот все-таки самокритичен. Зонта G CHR. Где игра? Я же сказал, сейчас перекур. А, перекурю быстренько.
наоборот, продолжает разговор. Смотрите на придурочную собачку. Во, Лёх, можешь Грей тоже в смирительную рубашку посадить. Зонта GCHR. 7 лайков. Всем спасибо. Да-да-да, лайки, спасибо. Да ну на! Во второй части три прилога намного лучше. Бля, чуть не утонул. Блядь, еще вот так. Зонты GCHR. Грей сожрет нас за рубашку. Это точно. Ты что ж ты на меня прыгаешь, скотина? Сначала только по трём прыгает. Ай, блин! Зонта GCHR. План, я по делам и в МАДОС. Напишу. Давай, Акелев. Даже маску дали, охренеть, сколько раз я подыхаю. Ах ты падла, блять, ебучая сука псина. Я долбоёб. Так, затерянный город. Что-то мне это название уже не нравится. Вот если стрим лагает, перезагрузить. Я, а как мне туда-то? Я помню, что во второй части он высоко умеет прыгать. А, все, понял. Yeah.
О, жизни давали. Как знали, что на этом, на этой псине дохуя жизни потратил. Шапка. Да. Бывает. А где это-то было? Я что-то проебался. Ну и хер с ним. Хер с этой жизнью, так обойдем. Блять, а вот эта лягушка, не помню, как хуярь. А, для пизыка. Блять, я лошара. Блин, не успел. Это вы что, издеваетесь, что ли? Это мне обратно, что ли, хуярить? Обойдете. Ёшкин кот. Привет паркурщикам. Здорово, Ёшкин кот. Как у тебя дела, как настроение? Ой, ёп. Вот это подъёбка. Ёшкин кот. Еду в рот кладу. А, господи. Чё-то я не так подумал. Приятного аппетита. Ну и как тут, блядь, это пиздец? Что нахуй, ящерица? Вот только я так могу. Ёшкин кот. Сразу в ад. Ага. А мы бежим. Бежим, бежим. Ух, пробежали. Охуеть. Хуй просышка, как-то хуйня работает. Мама, кусь. Зонта G сейчас. Это я. Да я уж понял. Вау!
Да ебучие летучие мыши. Зонта GCHR. Все, я погнал. Ага. Шапка. Капец XD. Капец не то слово. Мамар, помочь надо. Приеду, админку на ак повешу. The Win Sim. Куда ты, Лёха? Да, Макс, он у мамки сейчас. Сейчас, видимо, едет обратно. По-моему, зря я сюда побежал. Точно зря. Бля, опять отсюда, пипец. Все, не пойдем туда больше. Ну нахер эти жизни, хуизни, блядь, я их больше проебу. Мама, Лёха не дома. Блин, по башке застучать тому, кто этот уровень придумал. Охуеть! Пойдем еще раз попробуем. Мама, вслед раз с Виндой надо приехать. Подтупливает ноут уже. А для него это странно. У него реально 4 ядра AMD, конечно. Стэк, а та суходрочка была. Да ё-моё. Бывает. Все, последний раз попробую. Нет, и хрен с этим бонусом. Мама, стрим норм идет, но дрова надо будет переставить с Виндой. Ну это разберем. Мама, бонус бери, все равно делать нех. Я это сделал. Да ебучая ящерица. Стэк затащил. Ага. Мама,
Не забывает донатить на Киви стримеру на водку. Ага-ага. Действительно, вот сейчас точно я так же сделал. Еще народ секунду. Мама Арк, все-таки когда 60 FPS, картинка интереснее идет. Ну, это логично. Вот я опять долбоёб. Вот и как мне ящик взять. Стэк. 144 вообще супер. Змеюка, кусюка. Мама, не спорю. Ой, блин, чего не нажалось-то? Я вроде проиграл. Блять, а вот летучих мышей я вообще не заметил. Мама Арк, надо будет второй джойстик разобрать и почистить. Да нет, скорее всего, хреново. Ну, налево, хотя да, он что-то плохо понимает. Твою мать.
Мама Арк, хуй ли встал, только позвал маму посмотреть. Не, сигарет тушит. Интересно, а что слева? Вам проверять не будем. Не, ну это вообще не нормально. Охренеть. Ботиночки прилетели. Мышки летучие. Долбанутые мышки. Мама, в магаз и сырники делать. Ха, понятно. Стек, жопен поджарен. Ага. На ровном месте упал. Бежим, фу, летим. Теперь бежим. Радовался, называется. Нельзя радоваться раньше времени. Ой, что сделал? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Да что ж ты будешь делать? Вот Стек, я добил. Паук что там после кастрации? Объебнули и ползет. Да уж, долбанутый паук. Тыблочки, тыблочки. Мышки летучие. А вот этот подъёбка вообще пипец. Чисто случайно эмоционально нажал на прыжок. Дорога в никуда. Вот действительно название так самую тему. Ой, да, это пипец, а не уровень. О, собака проснулась. Стек,
Так как так? Это когда после синьки пытаешься домой дойти. Точно, Егор, что-то я не подумал об этом. В натуре на это не похоже. Да как так-то, ё-моё. Ебану дуры. Всё, в пизду заебался, я прыгаю. Так, пойдём. Да ну на! Чекпоинт, это хорошо. Вот как этого кабана убить? Так нельзя. Шапка. Бучи, мне Porsche 918 Spider выпал. Бывает. Поздравляю. Ой, блядь, а вот это я что-то не подумал. Блин. Стек, паха-ха-ха. Чё-то ржа. Спаму смешно. Ой, сейчас, народ, секунду. Сейчас, народ, у меня телефон, минутку буквально. Шапка. Ебать, слива. Народ, я тут, извиняюсь. Телефоном озвонила.
пугать. Блять, вот это подстава. Да как так? Да сейчас ты что упал? Чекпоинт. Бля. Прям нервирует. А, понятно. Ебать, как я сейчас превратился. Вау! Нет, я лоханулся. Пойдем на бонус. Прибило. Тортилу грохнули. Вот мы сволочи. Ну, точнее, я сволочь, ладно. Ой, а чё она тут мёртвая валяется? Ура, мы прошли этот ебанутый уровень. Микрофон упал. Дважды. Ой, забег с валунами. Блять, от камушка сейчас походу бежать. Ну да.
Побежали. Ой, добежались. Аллилуйя. Шапка. Фёх. Один есть. Ну вот тут сколько крестов уже, видим могильные. И как так-то? Распластало. Заноза. Привет. Ой, заноза, привет, как у тебя дела? Фу, блядь! Заноза, пока что не родила. Ясно. А вообще как? Заноза. Нормально дело. Ну, это хорошо. Шапка. Привет, что с псом? Ебать тут прыгать. Фу. А что с ФПСом? 60 ровно. Не, а, подлагивать это сейчас отпустит, не парься. Заноза. У вас как? Лёха к матушке поехал в гости, а я вот решил постримить. Крэш, у меня давно уже просили, блядь. Правда, кто просил, так на стриме ни хера и не присутствует. На стриме логит очень. Не, это бывает, это надо винду переставить. Беги, Форест, беги, блядь. Добежали. Странно, как подойдет. Хоть отпустило. Заноза. И в чем смысл? Шапка. Слайд-шоу. Смысл игры? Да ни в чем. Бегаешь, яблочки собираешь. Там у него, по-моему, сестру, что ли, спиздили, он типа ее спасать бежит. Заноза. Я бы фиг брата спасала, ха-ха, тем более собиранием яблок. Какая ты добрая заноза. Вот поэтому главную роль взяли брата, а не сестру. Бля!
Сейчас, секунду. Шапка. Я помню, играл в нее только в Титанов, я ее обожал. Заноза. Алеша, значит, по девочкам поехал. Понятно. Лех, заноза. Поехал. Это лист, что ли? Это бандикут. Заноза. Банди кто? Бандикут, животное, блять, какое есть. Я посмотреть. Ну это, походу, помесь лиса с собакой, что ли. Заноза. Животное, блядь, такое. Понятно. А, блядь! Да ебаный в рот. Да ну нахуй, ящерица ебучая. Блять, хоть бы до одного чекпоинта дали добежать. Заноза. Беги, беги, а прибежишь, а будет уже поздно. Сестра на третьем месяце беременности. Кошмар какой, заноза. Вот ты в голову всякую хрень. Не, мои сестры уже родили. Двоюродные. У одной двое, у одного одна, ой, фу, у второй дочка. Бля, и как тут прыгать? Заноза. Еще день, это еще цветочки. Вы меня ночью с воска. На понедельник не видели. Шапка. А у нас каникулы. Почувствовал каникулы.
Тоже закрыли все нахрен за этого вируса злоебучего. Вот это подстава, заноза. Блядь. Шапку на шашлык. И это не обговаривается. Пиздец ты добрый. Блять, вот что это за подстава такая? Самый низ ебанулся, охуеть. Сгорел нахуй. Сгорел на работе, как говорится. Шапка. Какая шапка? Заноза на шашлык. Без разговоров. Вы в курсе, что... Я не добрая, я справедливая. Заноза. Шапка-ушанка. Вы вообще в курсе, что ни заноза, ни шубка, ни шапка вообще не съедобные? Как из вас шашлык-то делать? Шапка. Зажарить щуку. Ну, щуку зажарить-то можно. Вот это пипец. Заноза. Отжарить шапку. Не, отжаривать уж точно не хотите. Да как так-то? Ой, чёрт я. Заноза. Будь дебил. Гназер Плей. Здорово алкоголикам и спицам. Ха-ха, Макс, здорово, как дела? Заноза. Глаз пришел. Шапка. Гназер шапкой по рылу дать. Назер Плей. Идите нахуй. Заноза. Мне это Марио напоминает. Ну, на современный лад, можно сказать так. Блять, чё же я так рано прыгнул-то? Гназер Плей. Саня, потом в танки пойдем. Шапка. Макс, насчет танков лучше. Пока не знаю. Заноза. Я помню, еще была супер игра, где волк догоняет страуса синего. Это было слишком жестоко. Для тебя что-то жестокое бывает?
Вот это подстава, блядь. Заноза. Да. А я думал, у тебя жестокости не существует. Дназар Плей. Сань, Лёха тут. Нет, Лёха уехал к маме в гости. Мама Арт, шапкой по рылу это сильно, я пошел сырники жарить. А, вот и Лёха, кстати. Заноза. Лёша по девочкам поехал. Ух. Дназар Плей. Лёха к маму ехал, хуй с ним. Дурак, он здесь вот вообще так что писал. Сейчас, народ, секунду. Влад Ос. Еще раз всем привет, отходил елку разбирать. Мама Арк, хоть не тёлку разбирать, привет. Заноза. Привет, Влад. Рано ты как то. Дназар Плей. Па-п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 а
Мама Арк. Фул Гназер. Заноза. Стоп. Заноза. Ха-хах. Гназер Плей. Па-п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 а. Чмок. Заноза. Я могу Лёшу на 300 сек выгнать ха-ха-хов. Гназер Плей. Па-п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 а-чмок. Влетос. Господи, что происходит? Гназер Плей. Альберт, здорово. Мама Аркп. Пока я до дома не выехал, да. А там админку на это так пропишу сейчас прост, чтоб зонта не отвлекать. Альберт Яхин. Здорово, Гназер. Альберт Яхин. Народ, извиняйте, телефон Влад, здорово. Мама Аркп. Бежим. Кусь, Альберт. О, Альберт, ты вернулся. Альберт Яхин. А где зонтик? Тут я тут. Телефон Влад звонил, Ус. Извините. Здорово. Сука! Заноза. Грею привет. Грею тебе привет. Ой, измолчал сразу. Альберт Яхин. А ты тут? Да, я тут, ну просто телефон звонил. Шапка. Ах ты же поноза. Мама Арк, сперли зонтик Алан, я смотрю и жарю сырники. Грей гав-гав. Так, что-то мне не нравится этот пустой коридорчик. Альберт Яхин, от меня тоже Грей привет передай. Грей, тебе от всех привет, короче. Гназер Плей. Почему голос зонта напоминает зайца, а смех комбайн? К
Назер, вот ты как пизнешь, так пиздец, хоть той, хоть падай. Бонус, бонус, бонус. Пойдем на бонус. Мы тут с Альбертом в DCO угораем. Бывает. А чё угораете? Не, вы чё, издеваетесь, такие уровни? И как я на эту хуйню должен запрыгнуть? Как ты зайцем притворяешься? А, бывает. Бляха, муха! Заноза. Саша, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Альберт Яхин. А ты на клававе играешь или на джойстик? Я на джойстике. Нет, ты чё, ёбнулся в такую игру на клаве играть? Заноза, я просто до этого по телефону разговаривал, я мог пропустить сообщение. Гназер Плей. Сань, почему пиццу нельзя приготовить на солнце? Почему? Попробуй. Особенно когда минус на улице. Вот заебись, у тебя пицца будет. Не, нормально, я ее отпиздил, она меня все равно убила. Заноза. На камне можно. Что, на камне можно? Гназер Плей. А, пиццу приготовить. С Эйнштейном угораем. Бывает. Влатос, а я ща пойду и пройду эту игру на клаве, я ебнусь ее проходить. На клаве реально ебнешься. Карма. Да, прибили ящиками бедного бандику. Заноза. Хватит коробки ломать, это чья-то собственность. Не, это типа сколько ящиков я не собрал. Они потом на башку падают. О, босс. Вот как его убивать, я не помню. Он, по-моему, камни будет кидать, что ли? А мне их него надо будет обратно. Гназер Плей. Сань, а твоя собственность на тебя в случае не падала? Почему? Один раз мы, футбол смотрели. Я положил это... ноги на шкаф. Гназер Плей. Это крыса. Ну да. Вот, положил ноги на шкаф. Он мне, сука, отомстил, дал по башке. У меня, блядь, рассечение было, пиздец. На башке. Блядь, хоть убей, не помню, что делать. А, отбивать эти камушки надо, ёб твою мать, точно. Влатос. Бля, руки здоровые, а ноги, как у воробья, коленки. Блин, вот я не помню, большой камень надо будет... А, во, отбивать него. Блять, я на лаве сгорел. Сука! Гназер Плей. У меня голова как у Достоевского, а руки как у Зонта.
Тьфу, блин. Спасибо за лайки, просмотры. Заноза. Саша, ты еще долго будешь стримить? За донат будет отдельный спасибо. Не знаю, заноза, что такое. Ну, вряд ли долго. А чего хотела? Зонта Джи Сиэйчар. Не забываем срочную задачу. Собрать 250 рублей на Киви. Лех, читаешь мысли, я только что это сказал. Блин, ты что же такое? Заноза. Desert Demolition. Поиграй в это, ты прям обязан. Посмотрю, что это. Заноза. Это как раз тот койот и страус. А. Надо будет глянуть. Да ну на. Хуй ты мне жопу свою показываешь, придурок. Ой. Назерплей. Саня, а вагонетка — это гоночная машина. Вагонетка — это вот та хрень, которая едет. Бедный бандикут. Им играет зонтик. Да, Лёх, точно. Блин, меня босс уже бесит. Вроде легкий, а вроде пипец. На кнопки что-то вовремя не нажимаю. Точнее, наоборот, раньше времени. Не обязательно это делать, он может кинуть, а потом в него запустить. Да, Макс, вагонетка — это гоночная машина. Она гоняет вагоны. Гназер Плей. Как зовут Сону? Как зовут Соню? Блять, вот отвлекся на чат, пиздец. Заноза. Лёша, а правда, что мамина настойка самая лучшая? Я просто не знаю. Гназер Плей. Как срёт котопес? Пипец. Вот реально, Макс, ты как задашь вопрос, то хоть стой, хоть падай. Зонты GCHR. У меня мама не делает настойки. Вот самогон бабушки вещь. Это точно. Гназер Плей. Если человек какает, моется, это 18+. Какает, моется, блин, пиздец.
Заноза. Гназер, заткнись, пожалуйста. Заноза солидарность. Гназер плей. Нет, заноза, буду ломать мозги. Ладно, народ, еще пару уровней и хватит. Ну, хотя бы там видно. Не ел ничего сегодня. Зонта GCHR будет ебать мозги. Гназер плей. Сань, пойдем потом в ДИС. Заноза. Иначе я тебе глаза вместо 18+ всуну, и ты будешь глядеть интересные сны. Зонта GCHR. 250 рублей плюс час к стриму. Ну, можно и так. Ебать ту люхи. Вот нахуй это сделал, кто мне скажет. Ай, у меня такой кто? Заноза. А если 1000? Ну, если 1000, ну посчитай. Плюс 4 часа. О, блядь! Зонты GCHR. А если 1000, то я домой стримить поеду. Заноза. Хах. Бонус. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Окей. Здорово. Здорово, Дим. Как дела, как настроение? Гназер плей. Если есть домашние хозяйки, то есть дикие. Кошмар. Блять, только я так могу, да? Заноза. Ха-ха-ха, ребят. Вопрос. Зонта GCHR. Спасибо за 11 лайков. Прив, Дим. Дим, да кей. А кто мне ответил? Да все норм. Да, Занос, какой у тебя вопрос? Только давай не как Гназер. Заноза. Если после смерти женщина еще 5 минут женщина, то сколько времени мужчина еще мужчина? Я Назар просил Плей. Же не как Макс. Если помидор ягода, то кетчуп варенье.
Блять, вот это пиздец, создатели реально извращенцы. После смерти все люди, а ну. А, это подпрыгивать, а я думал. Заноза. Оно вкусное жареное мясо. Потнешь, башка крутится. Виназар Плей. Победа над собой – это победа или поражение? Вместе. Зонта GCHR. Ты не думай, ты стрим. Заноза. Знаешь, седая дочь, ты все мои тайны. Бывает. Че, опять босс, что ли? А, вроде нет. Зонта GCHR. Гназер, если сквозь стекло лучи света преломляются, можно ли его считать прозрачным? Гназер Плей. Что будет, если Пиноккио скажет, мой нос сейчас вырастет? Фу, блядь! Назар Плей. Сквозь стекло идут еще стекла-то, и это как отражение. Кошмар. Дайте маску или чекпоинт. Я же не пройду это без маски. Если помру. Я же сказал. Зонта GCHR. Лошара. Там такой. Гназер Плей. Новости дня. Саня идет на работу. Леха наконец-таки купил свой бизнес. Саня купил золотую туалетную бумагу. Леха заработал 1 000 000 000 рублей. Их канал набрал 20 миллионов. Ждите скоро на Гусь ТВ. Ага, мечтать не вредно.
Заглушка. Генераторная. Все, все татары, кроме я. И вот как я это должен был пройти, блядь? Вот так. О, блин! Зонта GCHR. Руками. Ну, это я не спорю. Не дорвал. Зонта GCHR. Убийца бандикутов. Ой. Не, все, пора завязывать. Я уже не вижу, куда прыгать. Зонта GCHR. У кого телефон? Ой. Гназер Плей. Вижу, уведомления приходят. Макс, нафига ты мне ВКонтакте пишешь? Я еще не могу. И где там написано, что эта хуйня должна была упасть? Зонта GCHR, это срок за бандикутов. Назер Плей. Сань, что если Луна сделана из костей инопланетян? У меня ж бандикут умер. Чекпоинт будет? Нет. Зонта GCHR. Что, если Гназер — это террорист планеты Нибиру? Кошмар какой. Ой, сколько яблочек! Берем. Гназер Плей. Сань. Если ты Саня, то почему ты Саня, но Саня, ты Саня, да Саня, ты Саня, Саня, но Саня или не Саня, то Саня на Саню, Саня, Сашко, Сань, Саня на Саню. Тебе не впадло их было писать? О,
хуйней. Микрофон пиздых. Зонта GCHR. Чего с микро? Гназер плей. Упал. У нас Вероника то верующая. Вроде как, да. Он просто пиздыхнулся и все. Да ну на! Чуть-чуть до чекпоинта не допрыгнул, пипец! Не, народ, все, это будет последний уровень, будем заканчивать. Зонта GCHR. Мусульманка. Гназер плей. Саня, ты не лох. В смысле? Не, я еще талашар. Видишь, как я бандикутом грохаю. Зонта GCHR. Да, я скоро выдвигаюсь. Наберу. Окей, ну я сейчас как раз уровень заканчиваю. Так что, народ, можете потихоньку прощаться, потому что я думаю, что там недолго. Гназер плей. Походу лох. Гназер плей. Лох. Я тебе говорю, я ищу талашара. Фу, вот так только я умею, блядь. Нет, вот так еще лучше вышло. Гназер плей. Сань, тут можно вдвоем. Нет, это одиночная игра. Нихуя, чё он так быстро поехал? Зонта GCHR. Вроде нет. Нет, нельзя. Гназер плей. Музыка здесь расслабляющая. Ага, это специально, чтобы нервы у тебя более-менее хоть спокойные были, чтобы музыка хоть потише была. Фу, в смысле успокаивала. Зонта GCHR. 66%. Стандартно. Ой, подождите. Опасно. Первым делом безопасность. Гендиректор Пинстрайп Потору. Ёб твою мать. Так, ладно, народ, давайте прощаться. Продолжение, ну, не знаю, когда будет. Ну, сегодня вряд ли. Вот. Гназер плей. Это ген-гинеколог. Все, ну продолжать в любом случае с вами буду, так что играть не буду продолжать. Так что прощаемся.
Ну все, народ, спасибо большое за просмотры, за лайки, подписки. Дназер Плей. Может, пообщаемся? Не, Макс, я сейчас кушать пойду, я не ел сегодня ничего еще. Вот. Так что давайте, удачи всем. Спасибо вам за лайки, дизлайки, подписки, просмотры. Надеюсь, в скором времени услышимся, увидимся и тому подобное. Вот. Лёк, давай тогда напишешь. Ой, позвонишь. Play. Пока. Давай, пока. Все, народ. Всем счастливо. Удачного воскресенья.